настоящий момент ММК производит самый диверсифицированный ассортимент продукции среди российских производителей металлопроката с фокусом на производстве продукции с высокой добавленной стоимостью. Географическое положение компании обусловило историческую направленность на удовлетворение спроса быстрорастущего российского рынка. Именно с внутренним рынком ММК связывает перспективы своего развития. Сильные позиции компании на внутреннем рынке обеспечены долгосрочными связями с потребителями в трубной и метизной промышленности, в машиностроении и строительстве. Компания усиливает присутствие на самых перспективных экспортных рынках, в частности Ближнего Востока, в том числе путем строительства новых металлургических комплексов. Экономия на масштабе, географическая близость к основным поставщикам сырья, высокий уровень самообеспеченности электроэнергией, современная база активов, а также самая высокая в отрасли производительность труда составляют конкурентное преимущество ММК по издержкам. Инвестиции в качественный рост, добавление стоимости продукции и производство уникальных для России видов продукции позволят обеспечить конкурентоспособность компании в среднесрочной и долгосрочной перспективах. Ключевым проектом компании на 2009 год является комплекс «Стана 5000» по производству толстолистового проката. На комбинате работает высокопрофессиональная команда руководителей, обладающих богатым опытом эффективной реализации многочисленных проектов. Стаж работы ключевых руководителей на ММК не менее 25 лет.